заказывали небольшое украшение. Для шапки, там, знаете, маленьким детям любят одевать всякие всевозможные украшения в виде броши. Здесь такая же брошь. У которой расстегнута почему-то. Ну, застежка стандартная у них. Закрывается полностью. И предотвращают случайное открытие. Выглядит следующим образом. Вот такая вот балеринка. Думаю, Кируха будет очень сильно довольна ею. Весит она не очень много. Единственное, что вот эти вот лепесточки пластиковые, ну и какие-то стекляшки внутри. Но, тем не менее, смотрится довольно-таки прикольно. Как будет на шапке смотреться, увидим в следующих видео. Кому интересен данный товар, можете посмотреть ссылку в описании на продавца, который прислал данную вещь мне. Ну и, соответственно, заказать себе. Подписываемся на канал. Не забываем добавляться в друзья. Всем пока!